еще. Вчера ты царапала машину, но на самом деле в таких ситуациях это всегда выбор. Либо ты концентрируешься на том, что ты потерял деньги, грустишь, просто по этому поводу супер плачешь. Либо ты фокусируешься на том, а где я могу заработать еще денег, а где еще моя денежная ниша, где я могу взять еще больше. И для меня это всегда выбор фокуса. И именно поэтому я чувствую всегда себя в безопасности, в свободе, о, вместе с деньгами. Извиняюсь, а вы тут кино снимаете? Извиняюсь, что вторгся. Я услышал просто речь русскую. Вот. Меня Владислав зовут. Саша, очень приятно. Ваша машина? Угу. Крутая, крутая. Нет, повезло вам с мужчиной. Щедрый он у вас. Ну, вообще, у меня нет мужчины. Вы что, претендуете стать? Да, я? Не. Возьми. Не по карману вы мне будете. Ладно, я пойду, наверное. Вот. Чисто моя ошибка. Такси. Давайте еще книгу обсудим. Даш, вообще, давай. Какой да. У вас сейчас план по книге и что как? Потому что книга выйдет 20 декабря. В уже все, то есть 20 декабря мы сможем отправить, и нам ни в коем случае нельзя продавать книгу до момента, пока мы не закончим продажи об Эмане. То есть только когда мы закончили продажи об Эмане, мы сможем уже потом продавать книгу, потому что ну, такой типологичный путь человека. И что нам нужно для этого? Сделали ли вы лендинг? Я видела, что вы что-то там делали. Скинь мне, пожалуйста, потому что я его не видела. Сейчас. Мы сделали лендинг, нужно, там остались просто технические вещи в плане подключения оплат, вот, в плане подключения всяких таких штук, но в целом дизайн и все остальное, как бы, ну, посмотри, но мы с Лилей старались сделать в стиле книги, скажу. Окей, вот. Что хочешь сказать? Да нет, потому что, мне кажется, даже про сериал рекламная подача, она вот людей не тревит, твоих клиентов. Вот сидит какая-то девочка там за Дребенским. Нахрена я сериал по факту? То есть какие-то вещи, которые, знаешь... Нет, да в смысле, как сделать запуск онлайн-продукта, понимаешь? Типа как? Ну это тоже экспертная история. То есть это больше люди, кто в запуск, когда там Марина так рекламируется, может быть. Это тема Марии. А твоя тема, мне кажется, вот это, знаешь, это масштаб. То есть это деньги, это сейчас это Америка, это тот бэкграунд, который был, вот ключевые триггеры. Типа лайфстайл. Образно, да, но из серии там сколько потратила за год, да, там сколько заработала за год, как я там с 50 тысяч заработала 150 миллионов, будучи там женщиной, там я не знаю. Сколько. Может тысяч, скрин там, выставим 200 миллионов? Да. Ну блин, мне кажется, да, прямейший триггер. А что вообще происходит? Конечно, массовый. Сейчас расскажем. Тут еще можно подключить триггер такой, что про отношения, что из серии, где произошел вот этот надлом достигаторства. Понимаешь? То есть сколько девочек, которые в отношениях привязаны к мужчине по причине заработка, которые оставшись одни, чувствуют себя полностью вообще бесполезными. Понимаешь? И им путь дальше вот, стать самостоятельными, сейчас как это важно для женщины, не быть привязанной к мужчине, не зависеть от мужчины. Кстати, это жестко. У нас же очень много таких учеников. Да, то есть у нас же очень много. Сама, типа, быть самостоятельной, проявленной, зависеть от мужика. Вот, кстати, реально, Даш. Кстати, реально. Потом мы использовали для шоу «Бумаги первого» про то, что из-за денег они выбирают не ту карьеру, не тех людей, там, не туда идут, потому что у них постоянно страх, что не будет денег. Это то, что меня тогда вскрыло. На самом деле, я считаю, что шоу тогда было успешное чисто из-за этого. Потому что, ну, это факт. Я когда это осознала, что мы едем, мы, например, идем в универ в какой-то, потому что боимся, что, ну, то есть, и не уходим оттуда, если нам не нравится, потому что там родители платят деньги. Или мы остаемся в отношениях, потому что боимся, что если я уйду, то у меня не будет денег. И мы, ну то есть все, мы боимся переехать в новый город, хотя хотим, мы боимся уйти с работы, мы боимся вообще чего угодно делать, потому что типа не будет денег. Запуск будет в один и тот же день с премьерой фильма, сериала. То есть первая серия сериала, мы все типа соберемся вместе с людьми, чтобы посмотреть типа премьеру сериала. Это но день запуска. Это будет, и это день премьеры сериала, и день запуска. Угу. И... То есть до запуска еще прогрев идет.
То есть до запуска еще прогрев идет, и после запуска будет постпрогрев, потому что сериал будет постпрогревом. То есть после... Сколько серий в сериале? 5 серий. И каждый день выходит будет? Через день. То есть получается еще 10 дней будет идти постпрогрев? Да. И получается, когда закончится сериал, еще какая-то типа дата продажи? Ну, это будет день закрытия продаж, да. А, то есть окно продаж идет с момента выхода, начала 11-11 загадали желание. Загадали желание. 3000 человек. 3000 человек на курсе. Все. Вот. У Саша. Значит, получается, продажи будут идти 10 дней. Да. Да, 10 дней. Но нам нужно, короче, понимаешь, сейчас основная вещь – это разъебать день продаж. Теперь наша основная задача – это продумать день продаж. И теперь основная задача – это продумать. Вот мы все соберемся. Вот у меня здесь в Лос-Анджелесе вообще прям все тотально. То есть у меня здесь в Лос-Анджелесе будет 8 утра. Угу. В России будет 7 вечера. Да. Мы соберем ивент. Я не знаю, это будут камеры или это будет там прямая трансляция прям реально из дома, да, что вот привет, я дома. То есть мы можем позвать, да, типа команду, которая сделает прямую трансляцию, как мы, например, делали у меня дома в Москве, когда AB Brand открывали. Мы там на диване делали шоу. Короче, давай общую концепцию еще раз. Во-первых, нам еще... Да. Давай, да, то есть смотри, а что уже сейчас есть по этому дню продаж? Ничего, вот только вообще начали, ничего. Вообще ничего. В этот день пока понятно из точного только то, что будет премьера. Да. И все посмотрят премьеру. Да. Так, подожди, так а это реалити-шоу или это шоу, где типа... Это смесь, то есть реалити, у нас есть еще кинематографичный элемент частично. Ну, типа, да, я согласен, это интересно. Короче, окей. Но нам нужно продать об эмайле. Да, в этом-то и суть. То есть нам надо не просто, чтобы людям было интересно, вот, а чтобы да. это все произошло, но еще чтобы это было пиздец каким-то подогревающим вообще всем. Но серия первая вряд ли будет прям супер подогревающим. Вот, смотрите, если первая серия это просто ивент, значит нам надо все равно, если типа хочешь, у вас есть понимание, как вы хотите распределить все продажи, то есть максимальные продажи в первый день, остальное потом, или оно нарастает. Но нам нужно, когда мы открываем продажи, чтобы было максимум людей. Поэтому, смотри, то есть получается, что день продаж, он должен быть каким? Я должен понять, что такое AB Money. То есть я должен прийти на вебинар, понять... То есть вебинар тоже будет? Ну, это и есть вебинар. То есть это и есть, вот это шоу, это и есть вебинар. То первая есть, серия это и есть вебинар? Первая серия... Мне объясняют, что такое AB Money? Нет, погоди, первая... смотри, вот мы делаем вебинар, по сути, шоу, да, трансляция. Я прихожу, у меня там какой-то контент, потом я там, потом у меня контент, потом я встречаюсь с учениками, потом я там показываю кейсы, потом я подсвечиваю какие-то триггеры боли, потом мы все вместе с ними смотрим первую серию, потом они мне пишут, типа, вау, круто, клевая первая серия, потом... Да, потом, Настя, сколько мы открываем. 20 минут примерно. Потом мы открываем продажи, да? Потом мы открываем продажи. И потом я там, например, делаю разбор. То есть просмотр сериала будет как такая вишенка, почему еще нужно прийти на этот ивент. Блять, короче, у меня, ребят, смотрите. Ты хочешь кинотеатр смотри, арендовать? В общем, что у меня в голове есть? У меня есть в голове несколько составляющих того, что должно случиться, чтобы мы сделали максимум продаж и вообще всего. Первое, это по-любому, вот что самое важное, это то, что, как Серега правильно сказал, этот сериал, он должен именно быть подан с очень правильным смыслом. И в идеале, вот это как, знаешь, кто-то делает запуск, когда покупает машину, что типа вот я купил тачку, и вот это типа значит, что я ей подтвердил эффективность своего собственного продукта. Ну, да. И вот и для всех такие смотрят, они понимают, что это ивент, когда чувак покупает тачку, потому что он исполнил свою мечту благодаря тому, что он пользовался своим же продуктом. Да. Вот, короче, я думаю, что смотри, что есть для русской аудитории того, что типа для них реально круто, что ты уже дошла, то есть ты приехала в Лос-Анджелес 5 месяцев назад, а сейчас ты в Лос-Анджелесе в кинотеатре с американскими, короче, какими-то блогерами. Блять, я не пойму русский сериал. Хорошо, не важно, короче, может быть, я сейчас просто накидываю, сейчас родится, я мысль-то какую хочу сказать, что вот этот сам факт, чтобы люди понимали, была вот эта связь у них, что происходит то, что Саша еще так качнулась, что она даже уже и запускает свой собственный сериал в Америке, короче, и в американском большом кинотеатре его типа показывают.
как бы и начнется сериал, и сериал будет проходить, но вот именно главный, как мне кажется, как я сейчас вижу, можно вот так его подать, этот сериал, что этот сериал не просто там... Ну, а тогда в какой момент мы открываем продажи, вот это важно? То есть у нас ивент тогда открытия сериала... Это зависит сериала... уже, вот смотри, вот это то есть у нас вопрос, тогда ивент... Это вопрос прогрева, понимаешь, вопрос прогрева, типа, какой план вообще прогрева, потому что сериал, это, ну, по сути, уже не такой, то есть это тоже прогрев, но это уже, типа, пост-прогрев, пост-запуска. Да. Какое было первое впечатление? И чувствуешь ли ты, например, неловкость из-за того, что как бы у нее столько денег, и ты как бы понимаешь, что как будто бы ну ничего бы тебе не светило с ней, что она не твоего уровня. Есть ли такое вот страх или такое вот ощущение от женщины с деньгами? Ну, это на самом деле такой спорный момент. Мне кажется, это зависит прежде всего от человека, но как минимум вот это навязанное стереотип общества, типа на тему того, что мужчина главный в семье, мы должны зарабатывать больше женщины, это, конечно, смущает. Мне кажется, искренне смущает любого мужчину. То есть чувствуется какая-то ну, вот, неловкость, да, например, вот если бы сейчас тебе предстояло, допустим, она тебе понравилась, ты бы захотел там с ней, я не знаю, там встречаться, еще ты бы чувствовал вот эту неловкость, да, что такая разница в доходе? Да, на самом деле я бы, наверное, просто как-то эту мысль зажевал себе в голове, да и ничего бы не принял. Типа, соскочил бы или что? Соскочил сразу. Да, на самом деле вот я себя буду чувствовать уверенно, если женщина все-таки хотя бы на 1% меньше, чем она будет зарабатывать, тогда я вот включу минимального самца, уже можно ей сказать, слышишь, ну, помой посуду, приготовь поужинать, типа, не знаю, поубирайся. А так, если такое скажешь, и ты, ну, вместе будешь с ней жить, то она просто тебе скажет, ты слышишь, сынок, дверь там. Поэтому, мужики... Надо башляйте, да? Бабок. Меня на самом деле постоянно люди спрашивают, типа, отношения, не отношения, есть ли у тебя отношения. И всем еще интересно понимать, и, наверное, это просто какая-то сумасшедшая сейчас инфа будет, супер эксклюзив, откуда вообще, точнее, никто даже не знал, что Саша Достигатор родилась из Саши женщины, и как раз все эти миллионы родились из отношений, точнее, из неудачных отношений. Я в 15 лет ездила на дачу и проводила там все лето. И однажды туда приехал мальчик, он был из Питера, такой весь успешный, классный, красивый. Он был на 2 года старше меня, он постоянно называл меня мелкой. И он мне безумно понравился, это была моя первая любовь. И я сказала своей подружке об этом. И прикиньте, это просто мое предательство детства. И она в какой-то момент подбегает к нему и говорит, а ты нравишься Саше? И, короче, и она ему все это рассказала, а я ему не нравилась. И я начала такая разрабатывать методологию дальше. А что нужно тогда с собой сделать, чтобы понравиться мальчику? И... Наверное, 3 года я читала все книжки, он был супер начитанный, у меня такой супер, он супер начитанный, буду читать книжки. Он постоянно учился, я подумала, супер, если он постоянно учится, буду постоянно учиться и буду, короче, буду, значит, тогда я ему, может быть, понравлюсь. Потом такая, а он жил в Питере, я такая, о, может, мне нужно в Питер переехать, и тогда я ему понравлюсь. А потом такая, о, может быть, мне нужно, короче, на работу ходить и работать, и деньги зарабатывать, и, может быть, тогда я ему понравлюсь. И все вообще вот это вот достигаторство, и такая вот вещь, когда супер, у меня есть одна цель, у меня есть цель того, чтобы меня любили, и я, короче, разработаю методологию, попробую вообще все, что угодно для того, чтобы эту цель достичь. И вот там, вот в это время, в 15 лет, с 15 до 18 лет, самое интересное, все захотят узнать, как закончилась эта история. В 18 лет я переехала в Питер, похудела на 10 килограммов, прочитала просто всю классику, всю литературу, кучу вообще, уже тогда у меня был бизнес, я уже начала зарабатывать деньги, фотографом я работала, и он реально начал за мной ухаживать. Реально начал за мной ухаживать. А я такая, типа, а все, а надо было раньше, а все. И да, и вот так родилась. Иду. Слушай, Саша, я тут все посмотрел, получается, вам за 5 дней нужно написать полностью весь прогрев к запуску. Ну да.
Слушай, ну это пиздец.